комментарии выиграли, то есть нужно было выиграть, и мы выиграли. Главное психологии, чтобы занять место повыше и с хорошим настроем идти в плей-офф. А тяжело было настроиться на такого соперника, как Ладу, все-таки ну, не самый сильный, не самый звездный? Да нет, нам, в принципе, без разницы, Лада там или какой-то другой соперник, нам нужно было выиграть, и все. Уже такая серия была, что не до излишеств каких-то, не знаю, как даже слово выиграть. А вы появились по ходу матча, тяжело было входить в игру? Ну, во втором периоде всегда не очень приятно входить в игру. То есть нужно было первые броски отбить, как бы и почувствовать, то есть пропотеть, потому что уже подостыл после разминки. Но не первый раз уж, много лет на одной работе, поэтому выбирать не приходится, сказали, то есть надо играть. В свое время вы отыграли на ноль, получается. Вообще принципиально было сохранить ворот в неприкосновенности? Ну, я думаю, для вратаря всегда принципиально не пропустить. Чем меньше ты пропустишь, тем лучше, правильно. Поэтому если... Да там еще такой был, если бы я пропустил, я думаю, что игра продолжилась бы. Мы же в одну шайбу вели. Поэтому, конечно, было принципиально сыграть на ноль. Впереди серия с Акбарсом сразу в первом раунде. Что можно сказать об этом сопернике? Уже 4 игры провели с ними в этом сезоне. Ну, хороший, сильный соперник. И я думаю, что будут интересные игры. Мы будем готовиться к битве.